Я считаю, что наступающий 2009 год для нашего университета будет очень важным рубежом в дальнейшем развитии гуманитарной науки и гуманитарного образования. И связан он не только с тем, что есть ряд высот, которые мы просто обязаны взять. Все это вместе придаст очень большое особое звучание наступающему 2009 году. Самое главное наше достояние – это наши студенты замечательные, это наши великолепные преподаватели и сотрудники. А самая наша высшая цель, в том числе и в 2009 году, чтобы эти сотрудники и эти преподаватели удачно встречались в студенческих аудиториях с нашими великолепными студентами. Всех поздравляю с наступающим Новым годом!